Добрый день, дорогие друзья! Мы приехали в поселок Черноисточинск. Сейчас перекусим и выдвигаемся на гору Юрьев камень. Идите, девочки. Утром выехал, вечером приехал. Не трудно было, да? А в этот раз поехал. На Lexus. Утром мы прошли, наверное. Машину, наверное, посчитала. Нет, машину не считала. Ты что, 23 километра ехали? А у тебя что там, шаги или метры прямо? У меня шаги, километры, все переводится. Но мы идем сколько по времени? Час лишний.
Друзья, благодарю вас за просмотр. Не забудьте оставить комментарий и подписаться на канал. Спасибо!